Привет, друзья! Сегодня на канале GameTools мы будем смотреть очередную историю про скибиди-туалеты в озвучке MadClown TV. И сегодняшняя серия называется «Титан Спикермен наносит ответный удар». Но перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые серии. Что ж, давайте смотреть анимацию. Ой, а что там? Только что облизнулся, что ли? Он что, хочет сожрать камерамена? Вот он, конечно, наглый. Может, повезет в следующий раз, малявка? Не волнуйся, Спикермен, я займусь ими. Ну что, мутанты, посмотрим, как вам понравится это. Ага, да, так гораздо лучше. Итак, на чем мы остановились? О, кстати, хотел отметить, что из Титана Камерамена и Титана Спикермена просто отличный союз. Да они вместе неплохо справляются со скибиди-туалетами. А? Что за... А это откуда взялось? Кажется, что-то новенькое. Раньше такого не было. Камераман, берегись! Камераман! Офигеть, что это только что было? Из какого-то черного дыма появился скибиди-ниндзя и проткнул Титана Камерамена. Что-то этому Титану Камерамену вечно не везет. Титан Камераман! Титан Камераман, ты меня слышишь? Просто держись, хорошо? Мы поможем тебе. С тобой все будет. Титан Камераман! Да как такое возможно? Что это за штука? А, какого? Что это? Это похоже на какое-то устройство слежения. Ой, как же удобненько. Сигнал идет из того леса. Мне жаль, что я не смог спасти тебя, мой друг. Но я могу заверить тебя в одном. Я не позволю уйти этому монстру безнаказанным. Этот сигнал идет откуда-то отсюда. Военная база! И как давно она тут? Ой, да судя по всему, камерамены, ну, обычные солдаты, вообще не справляются со своими обязанностями. Они же вроде бы должны патрулировать окрестности, чтобы там не было таких вот военных вражеских баз. Они там прямо под боком у них. Надо сообщить об этом Альянсу и побыстрее. Что за... О, я так не думаю. Вы, скибиди, выбрали неподходящий день для битвы. Судя по всему, Титан Спикермен очень сильно разозлился. И я не удивлюсь, если он прямо сейчас закончит эту войну. Ну, разгромив всех скибиди. Моя нога! Эх ты, мелкий! Вы причинили вред моему дрону! И теперь вы заплатите! Что ты тут делаешь? Почему ты покинул свой пост? Там умирают наши солдаты, им нужна твоя помощь. О, ТВ-мен, слава богу. Титан Камерамен. Он погиб. Погиб? Но как? Это существо, оно появилось из ниоткуда в этом черном облаке дыма. И, думаю, Титан Камерамен просто не увидел, как он приближается. Что, новый вид скибиди? Это, наверное, изобретатель. Изобретатель? Ой, что-то я раньше никогда не слышал ни про какого изобретателя. И мне вот интересно, это GameTunes придумал вот это? Или у Дафагвома тоже он есть? Напишите в комментариях, если знаете. Это очень редкие и мощные скибиди, которые делают специальные апгрейды всем туалетам. Я надеялся, что это всего лишь миф. Что ж, это отлично. Значит, у нас больше причин, чтобы убрать его. Не делай это, Спикермен. Это слишком опасно. Пошли. Надо вернуться в город. Мой монитор! Что произошло? Я ничего не вижу! Прости, Титан ТВ-мен! Да нифига себе! Этот Титан Спикермен просто взял и вырвал какой-то провод из Титана ТВ-мена! И просто-напросто ослепил его! Вот это, конечно, подлость он устроил!
Я не хотел, чтобы до этого дошло. Титан Спикермен, что ты делаешь? Я должен отомстить за друга. Погоди, Спикермен! Так, погоди-ка. А вот этот Теломен, что, не друг тебе, что ли? Ты ведь ослепил его и просто бросил его тут. А что, если придут скибиди-туалеты и убьют этого Теломена? Он что, об этом не думает, что ли? Просто взял и бросил его вот тут. Офигеть. Погоди! Ну что ж, Скибиди, вы начали эту битву, а теперь увидите, что вы получите. Да, все верно, Скибиди, убегайте. Могу пожелать вам только удачи. Вы убили камерамена. Вы убили моего лучшего друга. И мне все равно, сотни вас или тысячи. Никто из вас не избежит моего гнева. Пора с этим заканчивать. Что за... Это довольно увлекательно. Не так ли? Черт возьми, ты кто такой? Что все это значит? Это мой величайший эксперимент. Окончательный Скибиди! Вот это, конечно, поворот. Что-то я не ожидал, что в этих анимациях появится обычный человек. Тут же кругом всякие камерамены и скибиди-туалеты. Откуда тут взялся вот этот вот обычный человек? Что-то вообще непонятно. Но я думаю, он здесь главный. Разве не его называют изобретателем? О, дорогой, а с чего ты так решил? Это не он изобретатель, это я! Видишь ли, еще совсем недавно я был совсем обычным ученым. Ну, конечно же, Гемтонс, как обычно. Вместо того, чтобы убить своего врага, главный злодей рассказывает ему свою историю, очарованным возможностью развития человечества с помощью носимых технологий. Посмотрите на мои последние изобретения! Нельзя отрицать, что моя работа была просто блестящей. Ну, честно говоря, это фигня какая-то. Но некоторые сочли ее слишком неэтичной. И я был отвергнут научным сообществом. Они считали мою работу опасной и позорной для человечества. Поэтому я начал вести уединенный образ жизни. Я построил для себя дом в лесу. Но в один прекрасный день самое странное существо, которое я когда-либо видел, появилось возле ручья. Итак, я подружился с этим существом. Он что, там жрет прямо из миски, что ли? Из какой-то кошачьей или даже собачьей миски. И еще, кстати, посмотрите на обстановку в этом доме. И тут можно процитировать ветерана из анимации «Логика Майнкрафта». Это не просто минимализм. Это уже ниже плинтуса. Накормил и пустил в свой дом. Но чего не знало это существо? Так это то, что на него у меня есть планы. Очень плохие планы. Я проводил эксперименты на этом существе, изучил его генетику, обновил его странное фарфоровое тело. И в конце концов, мой эксперимент увенчался успехом. Я думал, это существо возненавидит меня за то, что я с ним сделал. Но оказалось, что скибиди просто обожают новые силы. И вскоре среди скибиди-туалетов распространился слух, что я могу их улучшить. И модернизированный ученый прислал к моему дому целую кучу скибидистов, чтобы я помог ему осуществить его дьявольские мутации. А я был только рад услужить ему. Ты монстр! Нет, это неправда. И кстати, я хотел отметить. Посмотрите, вот этот вот безумный ученый, какой старый. А в его воспоминаниях он там очень молодой. Это ж сколько лет идет эта война? Примерно лет 30 или 40, что ли? Офигеть. Я просто создаю их. А когда я вернусь после уничтожения твоего города, то сделаю тебя одним из них. Это бесполезно. Я тут застрял. Титан Теломен был прав. Я был дураком, что пришел сюда и попался в ловушку. И теперь город некому защитить. И это все моя вина. Спикермен! Спикермен! Титан Теломен? Это ты? Я ничего не вижу.
Где ты? Я здесь, в ловушке. Иди на мой голос. А как Титан ТВ-мен смог вот так вот метко разрезать вот эти вот тросы, если он слепой и ничего не видит? Да, спасибо, Титан ТВ-мен. Как мне тебя отблагодарить? Сейчас это не важно. Просто подключи меня и пошли мочить Скибиди. Да, только посмотри на себя. Ты воплощаешь все, о чем я только мечтал в этом хаосе. Вы дураки, вам не победить мое существо, ведь оно непобедимое. Ну мы еще посмотрим. Я займусь этой тварью. А ты сбей корабль. Понял. О, хотел сказать, что наконец-то нам GameTools показывает нормальную битву. А то обычно они вот эти вот финальные битвы заканчивают за пару секунд. А тут прям махач какой-то. Молодцы! Я не позволю тебе сбежать. Ты заплатишь за то, что сделал с Титаном-камераменом. Даже если это будет последнее, что я сделаю. Справился, Спикермен! Сбил его! Мы сделали Титан ТВ-мен! Я бы никогда не справился без тебя! Эй, у меня есть сюрприз! Готов? Эй, приятель, как дела? Камерамен! Но, как такое возможно? Ну, судя по всему, Титана Камерамена преследует проклятие Джимена, потому что тот тоже никак не может умереть! Его все убивают, а он живой! Да перестань! Все знают, что Титан-камерамен никогда не умирает! Что ж, вот такая анимация. И скажу честно, мне она понравилась. Нам показали много махача, а еще неожиданные повороты. И это было интересно. А как вам эта серия? Понравилась? Напишите в комментариях.